Факты, истины, мнения и многое другое, ведущая новостная программа страны, освещающая местные и мировые дела. Далее на ЕРК-1 новости в 8 вечера. Многолетняя программа со времен старого СССР «Время», сообщающая правду всему миру с 1968 года. Это происходит в 9 вечера. Только на ЕРК-1. Я Татьяна Иванова и добро пожаловать в ЕРК Новости. Я Алексей Аленов. Добрый вечер. Давайте посмотрим на сегодняшние заголовки 11 июля. Екатерия празднует свое 200-летие. Страна празднует 200 лет со дня возникновения Великой Коммунистической партии. Посмотрите на 200 лет Екатерии после революции. У нас есть фотографии, показывающие славу и тяжелые времена в стране. Борис Джонсон комментирует, что Дональд Трамп должен быть более дипломатичным в твитах. Британский политик дает свои взгляды. Mr. Speaker, this morning I have spoken to Sir Kim Darroch. I have told him that it is a matter of great regret that he has felt it necessary to leave his position as ambassador. Также в программе премьер-министр Тереза Мэй заявляет, что отставка Ким Дароч вызывает большое сожаление. Сегодня мы отмечаем нашу 200-ю годовщину со дня Великой июльской социалистической революции, которая привела к власти славную коммунистическую партию. Великая июльская социалистическая революция, возглавляемая вечным товарищем Петром Димитровичем Маленковым, изменила нашу страну к лучшему. Без коммунистической партии вполне вероятно, что наша страна осталась бы отсталой монархической нацией. Сегодня состоялся парад во знаменование 200-летия нашей страны во многих городах с фейерверками. Итак, давайте посмотрим на это.